может шевелить лапками. Черная снаружи и черная внутри. Ну-ка, что ты замаскировала? Семейка вампирши. Интересно, кто же нам попадется? Счастливого Хэллоуина! Всем привет, меня зовут Анюта, и вы на канале Вот Такой. В прошлом видео мы распаковывали вот такой необычный шарик Лол тыковку. А кто еще не посмотрел это видео, обязательно посмотрите. Сегодня я буду распаковывать вот такую необычную капсулу Хэллоуин. И посмотрите, какая она вся черная. Здесь можно найти целую семейку. Посмотрите, какая семья тыковок. А на обороте мы видим, что здесь 7 сюрпризов. Лупа, секретная подсказочка, аксессуары, питомец и семейка куколок из Пуки-куба. Посмотрите, а замочек с паучком, он может шевелить лапками. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и ставьте лайк, потому что стараемся мы для вас. А ну-ка, паучок, открывай нашу капсулу. Здесь у нас линза, а на этом слое нарисована тыковка, на которой сидит котенок и паутинка. Замочек тоже с паучком. Поехали! Послание секретное. Ну что, давайте посмотрим, что замаскировано на этой подсказочке. Ну-ка, что ты замаскировала? Паучок плюс череп. Зацепилась? Ай! И посмотрите, какая у нас необычная капсула. Она черная, с оранжевыми боками. И тут уже просвечивается какая-то мумия. Давайте посмотрим, кто там внутри. Но для начала увидим сюрпризы. Начнем с этого. Итак, а тут у нас конфетка. Розовая, очень яркая. А тут что? А это ведро тыковка, видимо, для конфетки. Оп. Сейчас поможем. Похоже, наша семейка уже готовится к Хэллоуину. Конфетками. Но давайте-ка сейчас посмотрим, что там спряталось. Здесь два пакетика и мумия. На обложке сзади было нарисовано семейка вампирши. Интересно, кто же нам попадется? Кстати, надпись «Лол» здесь написана черным. Кто там спрятался? Смотрите, мне попался вот такой маленький мальчик с маской. А кто уже догадался, какая семейка мне попалась, то ставьте лайк и пишите в комментариях. А сейчас открою вот эту мумию. Какая красотка. Это же Бэби Бонита. Она тоже в такой масочке. Какая симпатичная. Это семейка Бэби Бонита. Но питомца-то у них еще нет. Тогда тоже спрятался в этом пакетике. Давайте посмотрим. И все же здесь питомец. Это пони. И мы ее придумали сами. Как вы думаете, подходит ли она этой семейке? Нравится ли вам она и как ее можно назвать? Напишите в комментариях. Вот такая симпатичная семья. А еще напишите в комментариях, понравилась ли вам моя паутина с паучками. Запутали меня в своей паутине. Паучки больше так не делают. Если вам понравилась черная капсула, воу, черная снаружи, черная внутри, с семейкой Бэби Бониты и маленькой лошадкой, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока! Счастливого Хэллоуина!